Володя – загребущая рука. В тот день стояла жаркая погода, поэтому Володя вышел во двор. Снова проклятый дворник разложил тут свои канистры. Шумно, но показуху вздохнул Володя. Он принялся с ожесточением раскидывать канистры направо и налево. Так продолжалось до тех пор, пока на горизонте не появился дворник. Тогда Володя хрюкнул и побежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, доставалось его спине от колючей метлы дворника. Володя искренне сожалел о содеянном.